Всем привет! Меня зовут Настя Клевер, и совсем недавно у меня был день рождения. Я решила не очень расстраиваться на этот счет. Ну, да, не очень. Да. За что ты так поступаешь с нами? Почему мы все стареем? Планирую свой день рождения, поэтому этот день рождения я запланировала в своем любимом блокнотике аж за целый год. И первым пунктом у меня, конечно же, было выспаться. Ага, выспалась. Потом, конечно же, посмотреть свои любимые фильмы. Вдоволь наревевшись, я решила прогуляться по Невскому и сходить в Эрмитаж. Так как у тебя день рождения, ты можешь вести себя чуть-чуть более эгоистично и покупать себе подарочки. Я купила себе книгу из Эрмитажа. Нагулявшись, я решила приготовить праздничный ужин. В личном сообщении ВКонтакте мне очень приходит много вопросов. Настя, сколько же тебе лет? Даю ли я сейчас с 16 до 25? Мне интересно, как вы думаете, сколько мне лет? Маняша! И мой совет вам напоследок. Планируйте свой день рождения, проводите его так, как именно вы хотите. И не важно, что думают ваши родители или друзья. Это ваш день рождения, это ваш день. Вы вправе его проводить так, как вы хотите. Ну вот и все на сегодня. Если вам понравилось мое видео, то, пожалуйста, поставьте мне палец вверх, а мне было день рождения, нужно поставить. И подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пойду на толку пожру. Не буду больше ждать. Она же стукнет за год. Это же подарок. Ну как-то уважить нужно.